Ты как дела у тебя? Да мы, короче, пиздам, везем попали нахуй. И отказались от всех хуй, не понял. И нас тут, короче, держат вообще жестко. Чуть ли не до расстрела, ебать. А чего вы отказались? Ну, они прям на передовую отправляют в самую жопу, нахуй. Нас там чисто на мясо, ебать. Самую сраку засылают? Самую жопу, а там чисто артиллерия. Там никто с автоматов не стреляет. Тогда артиллерию лезть, это пиздец. Ну, а что вы делаете? Да ничего, ждем, ебать. Мы хотим уехать отсюда, а они нихуя не отправляют, ебать. Он говорит, нам сказали вас расстрелять, ебать. Вот такая жопа, просто пизда. Просто очко, да. Ебать, наверное. Просто.